Здравствуйте. Как всегда по субботам в эфире телеканала ТВ-центр аналитическая программа «Постскриптум» в студии Алексей Пушков. Сегодня в нашей программе. Свободу Ассанжу! Арест Джулиана Ассанжа обозначил темный день для свободы прессы, обозначил темный день для правосудия. Джулиан Ассанж обеспечивал очень многими материалами на протяжении многих лет журналистов со всего света, чтобы разоблачить криминальную, незаконную природу американской международной политики. По сути,